Эфир телеканала «Утрар» продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, как всегда, в нашей студии мы задаем вопросы нашим гостям, разным спикерам, представителям разных сфер. Сегодня у нас в гостях Бекжан Ешимбетов, он же заместитель генерального директора ТО «Водные ресурсы маркетинг» по эксплуатации водопроводных сетей, правильно? Правильно. Да, мы вас приветствуем, Бекжан Ерзибаевич. И сегодня мы будем с вами говорить про эксплуатацию. Вот, да. Уважаемые телезрители, если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию 21-44-50. Мы вещаем также в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Инстаграм. Там тоже можете оставлять в прямом эфире свои комментарии. Мы обязательно на них ответим. И работает WhatsApp-номер, по которому вы можете тоже обратиться и задать свои вопросы. Бекжан Передибаевич, скажите, пожалуйста, вот сейчас отопление скоро уже отключают 1 числа, то есть все переходит на весенний режим. Да? То есть, ну и у вас тоже такой переход есть. Как он проходит? И не скажется ли он как-то отрицательно на жизни горожан? Да, ну на жизни горожан это отрицательно никак не скажется. Мы сейчас, наше предприятие сейчас готовится к летнему периоду. Мы заранее планируем, делаем мероприятия по этому вопросу ежегодно. Вот после лета, осенью, мы учитываем опыт вот, летней подачи воды, там, где были проблемы, создавались проблемы. Это планируем, на следующий год создаем план и выполняем эти работы до начала вот, сезона, летнего сезона. Для нашего предприятия, как вы знаете, летом это горячая пора, это как бы сезон, это потребление высокое, поэтому мы должны готовиться заранее. Сейчас вот в настоящее время проводятся уже работы подготовительные к летнему периоду. Вот как только вот начнется вот самое вот потеплеет, вот уже станет жарко, вырастет резко расход воды. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Мы сейчас делаем все необходимое для этого. Для горожан это никак не скажется. Мы будем готовы для бесперебойной подачи воды. А вообще большая там разница именно потребления воды, да, между летним и зимним периодом? В целом наше предприятие работает по двум режимам. Это зимний вот, период и летний период. Так как разница очень большая, это вот, в два раза расход. В два раза больше летом потребляет, чем зимой. Поэтому мы после окончания лета, осенью, вот, в конце осени, вот, переходим к зимнему периоду, когда уже все сокращаем, расходы, вот, снижаем напоры воды, чтобы не было избыточного давления, не было порывов, много аварий. А уже началом вот, лета, вот, уже в середине весны, как только начинается расход, мы уже переходим на летний период. Да, расход очень велик, в два раза это огромное. Разница, да, конечно же. Так, давайте перейдем сразу к вопросам. К нам обратился человек, который пишет, что с поздней осенью у них на улице в частном секторе произошла утечка воды. Был произведен ремонт, после которого дорогу не заасфальтировали. Это как связано с погодными условиями и вообще куда обращаться? Таких случаев очень много. Очень, да, да, очень много сейчас. Но это связано с погодными условиями. Как вы знаете, асфальтирование в зимнее время невозможно технически, нет возможности асфальтировки, поэтому мы все делаем после устранения аварии, мы все делаем для того, чтобы вот временно, хотя это временно, но создать условия, чтобы легко передвигались и машины, и люди, без грязи, без лишних там, неудобств. Гравием засыпаем, где необходимость будет брусчаткой, да, пока временно. Ждем сезона асфальта. Вот сейчас вот потеплело, мы со следующей недели начинаем. Все это у нас ведется картотека, вот, где были аварии зимой. У нас есть учет этого всего, весь список вот, создается. Вот сейчас мы готовы уже вот, с потеплением, с вот, погодных условий, как только позволят погодные условия, мы начнем уже асфальтировку буквально вот со следующей недели. А в зимнее время это вот невозможно. Вот. Да. Даже снега, как вы знаете, вот это. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте, мы обязательно на них ответим. Номера телефона вы видите на экране своих телевизоров. Итак, еще один вопрос. Так, сейчас, секундочку. Именно многоэтажные дома в их подвалах довольно часто
У нас в подвале довольно часто происходит утечка. Кто должен отвечать за ремонт? Какие рекомендации вы можете дать вообще, в принципе, людям? И как вообще определяется балансовая принадлежность всех сетей? Ну, в любом случае, если порыв и утечка воды, ну, в любом случае надо обращаться в водоканал. Как эксплуатирующей организации, мы отреагируем немедленно на заявку и определим зону ответственности. Но граница балансовой принадлежности четко прописана в правилах, утвержденных приказом 163 от 28 февраля 2015 года министра национальной экономики. Там во втором параграфе, пункте 37-38 четко указаны границы балансовой принадлежности. Это если там высотные дома с подвальными помещениями, граница является наружная стена дома. Угу. То есть услугодатель, то есть наше предприятие отвечает до границы, до наружной стены дома, а подвальное помещение является общей долевой собственностью всех потребителей. Да. Но мы этим не ограничиваемся, конечно же, предоставляем свои дополнительные услуги. Есть у нас услуги по техническому обслуживанию, так как не все жители сами самостоятельно могут устранить происходящий порыв, утечку. Как специалисты мы должны помогать. Поэтому там... То есть такие службы есть? Да, службы есть. Мы создали условия для этого. Мы можем это помочь, хотя это является собственностью жителей. Ну, там, согласно договору, мы можем оказывать... То есть отнекиваться не будете? Мы можем оказывать дополнительные услуги, да. Да. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте. Саламат Сызба. Здравствуйте. Говорите. Я не знаю, как товарища зовут. Это Бекжан Пердебаевич. По улице Володарский, вот остановка есть. Угу. Казахша, это верность. Рахмет. Түсінбедіңіз бе? Жоқ, мен сәл түсінбедім, қайталап айтып жібересіз бе? Сізді ол жерде қазір... Ойшық дейсіз бе? Болды, түсіндім. Я понял. Қазақша айта берейін бе? Иә. Енді сіздің сұрағыңызға жауап берер болсам, ол Володарский көшесінде егер біздің мекеме қазба жұмыстарын апаттық жағдайдан кейін жүргізген болса, мен оны қосымша анықтаймын. Ол жерде ешқандай ойшық қалмау керек. Және де біздің тапсырмамен ол жерде бір реконструкция жұмыстары жүрген, бір қазба жұмыстары жүрген болса, біз оны міндетті түрде ертеңнен қалдырмай қалпына келтіріп, орнына жаңағы барлығын реттейтін боламыз. Бірінші, бұның енді себебін анықтау керек. Мен қазір бұны тиісті ауданға тапсырма беріп, анықтап, сізге міндетті түрде ертең хабарласып, қазір контактный номеріңізді аламыз. Сізге байланысып, бұл вопросты шешіп, несін береміз сізге жауабын. Я құрметті көрермен, тағы да біздің WhatsApp-қа номеріңізді жіберсеңіз, мы передадим номер. Так, следующий вопрос. Мы 15 лет живем в Турлановской экспедиции, новостройка не имеет доступа к питьевой воде. Лишь частные представители предоставили условия, но дороже в 3 раза. Вопрос. А когда мы получим доступ? Доступ к питьевой воде, да, получается, да? Там нету питьевой воды. Но сейчас... Это, скорее всего, к Акимату, да? Да, это, наверное, все-таки к управлению энергетики при Акимате, потому что наше предприятие не занимается строительством водопроводных сетей к новым микрорайонам, где нет воды. Наша организация только обслуживает имеющиеся водопроводные сети, занимается подачей воды и водоотведением. А где вот новые микрорайоны строятся, где вот еще нет инфраструктуры и водопроводных сетей, это, наверное, вопрос больше к управлению энергетики и Акимату. Тогда сурах
келген екен, сәлеметсіз бе, ынтымақ екі тұрғынымын. Бізде ауыз су әлі жоқ, 15 жылдан бері сусыз отырмыз. Үшінші мегаполисте қалада тұрсақта осы үлкен мәселе болып тұр дейді. Енді бұл сұрақта жаңағы алдыңғы сұраққа ұқсас сұрақ болып тұр, бірақ енді ынтымақ екі елді мекенде мен білетін ақпаратты айта кетейін бұл жерде. Бұл ынтымақ екі біздің қызмет көрсету аймағымызға жатпаса да, біз қаланы қазір екі мекеме қызмет жасайды ғой. Бұл жерде мен айта кетейін дегенім, ынтымақ екі елді мекенінде қазір су құбырлары тартылған. Қазір енді тапсыру алдындағы жұмыстары жүріп жатыр. Ол жерде су құбыры жүргізілді. Енді кішкене уақыт қажет, жаңағы мына құжаттамаларын дайындап, тиісті жаңағы құжаттарын тапсырып, құбырларды халыққа берер алдыңғы жұмыстардың барлығын, дайындық жұмыстарын бәрін жүргізіп болғаннан кейін биылғы жылы қосылу керек ол жерде. Итак, переходим к вопросам на нашем WhatsApp. К нам обращаются регулярно на WhatsApp жители. И многие говорят, ну, к примеру, если при отключении воды, они, к примеру, звонят в водный ресурс маркетинг, но их переключают на ГКП, управление водопроводом и канализация. Кто вообще отвечает за водоснабжение в новых частях города? Вот, в новых частях, да. Вот сейчас в данное время по городу Шымкент обслуживают две организации. Вот вторая организация, кроме нашей, это государственное коммунальное предприятие управления водопровода и канализации. Это предприятие обслуживает новые части города, новые микрорайоны, которые вот создаются. Там за счет бюджетных средств построены новые водопроводные сети. Так. И эксплуатацией этих водопроводных сетей занимается вот это предприятие, государственное коммунальное предприятие управления водопровода и канализации. Я вот хочу вот тоже раз такой вопрос дать контакты. Номер, да? Да. Давайте. Рабочий номер, городской номер 56-10-10. Это диспетчерская служба. И WhatsApp номер, и сотовый номер 8-707-819-86-86. По этим телефонам, если обратиться, точно так же, как и наши предприятия, отреагируют и там. Угу. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Давайте его примем. Саламат Сызбас, слушаем вас. Здравствуйте. Рахмет. Это вот по поводу... Второй раз я как понял, да, задаю. Мен сізді өте жақсы түсіндім. Сіздің айтқан мекен-жайыңыздың қай жерде екенінде түсіндім. Бұл кімге қарасты екенінде білдік. Мен міндет түрде бұны бақылауға алып, ертеңнен қалдырмастан бұл мәселенің шешімін тауып береміз сізге. Ертең анықтайық, бұл не себептен, қандай салдардан болған, біздің мекемеге қаншалықты қатысты, кейде басқа мекемеге қатысты болып жатады. Енді нақсын анықтап, біз міндет түрде, егер біздің мекемеге қарасты болса, ертеңнен қалдырмай, бұның мәселесін шешімін тауып береміз. Да. И вообще на аккаунтах вашего предприятия в социальных сетях довольно часто публикуются, там, например, предупреждения о том, что где-то будут ремонтные работы, и зачастую это бывает ночью. Почему? Давайте мы на этот вопрос ответим, а чуть позже сейчас примем телефонный звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Саламат. Чао. Үлкен рахмет айтайын дебем, а то үндемей қоя салдым ғой. Жарайды, мен міндет түрде сізге хабарласамын, бұны ертеңнен қалдырмай шешімін тауып береміз. Все, вот, да, сразу, құрметті көрермен, сіз номеріңізді сразу беріп жібереміз. Запишите, ручки. Есть, ручка, давайте я запишу тогда. Да, вы пока я буду читать вопрос, вы записывайте, хорошо? Так, секундочку. Вот, первый. Да, и многие спрашивают о том, что почему именно в ночь ведутся ремонтные работы. И еще говорят, вот, например, то, что вот после... Ну, этот вопрос уже звучал, в принципе, что на многих участках, там, даже если незначительные работы проводились, то есть, как было раньше, точно не бывает.
Ну, на первую часть вашего вопроса, если ответить, почему наше предприятие работает ночью и отключает ночью, вот это все от условий жителей, для создания условий жителей. Вот чтобы не было неудобств, когда вот ночное время, вот когда люди спят, мы хотели, чтобы минимизировать неудобства жителей, мы работаем, мы планируем все работы, плановые работы мы все планируем только ночью. С 12 часов ночи до 6 утра мы так планируем, чтобы успеть вот за этот период времени, за это время успеть выполнить все необходимые работы. Даже если аварийные работы, оцениваем ситуацию, и даже если авария, где-нибудь происходит утечка и в небольшом количестве, мы тоже стараемся это перевести в ночь, чтобы жители днем как можно удобно, было удобно и пользовались водой вот дневное время, да? Вот вечером все приходят, и всем нужна вода. Угу. Вот с работы, когда приходят. Вот, когда есть необходимость, чтобы люди пользовались водой, для этого мы работаем только ночью. Вот только для этого. Понятно, спасибо. Так. Да, и еще такие вопросы. Так, у нас телефонный звонок, давайте примем, потом на вопрос перейдем. Слушаем вас, саламат сызба. Айта беріңіз. Сізді естілмей жатырмыз. Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Айта беріңіз, саламатсыз. Біз ынтымақ екі тұрғыны болан, бізге су құбыры жүргізілген, жәшік қойылы тұр. Қазір жауап береді сіздің сұрағыңызға. Біздің мекеме ынтымақ елді мекенін қызмет көрсету аймағы біздің мекемеге қарасты емес. Бірақ енді өз білетін ақпаратымнан кішкене айта кетейін. Бұл жерде біздің мемлекет тарапынан, акимат тарапынан су құбырлары жүргізілген. Қазір суды беруде дайындық жұмыстары жүргізіп жатыр бұл жерде. Жаңағы абонирование, және құбырды дайындау, халыққа құбырдың дайындап беру, оның жаңағы құбырдың сапасын тексеру дейді, гидроиспытание жұмыстары, немесе оны промывкалап, ертең оны халықтың жаңағы ауырып қалмасы үшін, оның ішін дезинфекциялап, құбырдың барлығын халыққа ішуге жарайтын жағдайға келтіріп барып суды беру керек. Сондай дайындық жұмыстары жүріп жатыр, жақын арада қосылады деп айта аламын. Рахмет. Вообще, принято же сейчас, все цифровизируется, все обновляется. И есть ли какие-то новости в этом плане в вашей компании? К примеру, да, планируете ли вы как-то какие-то нововведения вводить? Да, по нашему предприятию, вот, вообще направление нашего, это направление является самым приоритетным для нашего предприятия. Цифровизация, вот, внедрение новых технологий. Ну да, в этом году мы тоже вот, по поручению нашего генерального директора Анабека Унгаровича вот, планируем ввести запорные арматуры бесколодесного типа. И имеющиеся вот, запорные арматуры, которые находятся в колодцах, заменить на бесколодесные, как вот, в Европе, как вот, в развитых странах. Это как будет выглядеть? Допустим, для одной запорной арматуры строится водопроводный колодец. Там колодец с люком, как вы знаете, чтобы люди спускались, открывали этот запор, задвижку, закрывали задвижку. И для этого требуется эксплуатация этого колодца. Его надо будет ежегодно, там два раза в год чистить, его побелка, там ремонт, все время ухаживать. Это одно, это затраты, это экономические затраты, с одной стороны. Еще с другой стороны, есть опасность того, что могут туда упасть люди, вот крышки там ломаются, вот хищение крышек, если где-нибудь отсутствует крышка, могут туда упасть люди. А преимущество бесколодесных типа запорных арматур в том, что это будет выглядеть вот небольшой вот в виде небольшого только диаметра, вот 15-20 миллиметров всего в диаметре крышечка, его вот крышку открывают и специальным ключом открывают и закрывают. Туда невозможно провалиться. Туда. Такое есть у нас? Да, но у нас как в пилотном программе введены у нас вот по центральным улицам, вот по улице Таукиханова, вот возле технологического института университета,
По улице Туркестанской у нас, да, по некоторым улицам это введено, но мы это сейчас для в общем пользования мы хотим это внести массово уже в наше предприятие. Вот мы сейчас договариваемся с китайской компанией, мы нашли вот партнеров, вот, кто может поставлять качественные такие запорные арматуры. Сейчас вот мы на стадии составления договора, вот, в течение вот 2 месяцев мы хотим начать работы по замене и по внедрению новых, где вот будут проводиться реконструкции, там уже устанавливать запорные арматуры без колодцев, новые вот такие запорные арматуры. Тут вопрос пришел, почему в квитанциях оплата добавлена 205 тенге ежемесячно за обслуживание сетей? Что это за оплата, спрашивают. Можете ли пояснить, если не сложно? 205 тенге, ну, именно, чтобы четко ответить на этот вопрос, мне должно видеть непосредственно саму квитанцию. Там несколько пунктов, во-первых. Во-вторых, давайте запишем контактные данные абонента, и завтра же мы обязательно ответим, потому что это другая служба, я не смогу сейчас вот здесь, не видя квитанции, ответить на этот вопрос. Так, вот. Вот вопрос. Уважаемые телезрители, время нашего эфира подходит к концу. Мы обязательно выложим повтор этой программы на официальном канале в YouTube завтра после 15:00. Ну, а сегодня в 11 вечера тоже смотрите повтор. И так, у нас еще вопросы есть. От улицы Шаймерденова по Турикулова до Дулати заменили трубы на пластиковые года 3-4 назад. После этого тротуара нет по сей день. От улицы Шаймерденова по Турикулова до Дулати. По Турикулова, да? Нету тротуара, говорят, да? Да, там заменили трубы, и, видимо... Разрушили тротуар и не восстановили, да? Ну, этот вопрос реконструкции, да, я могу сказать, что в 2016 годах там проводилась водопроводная сеть, но... Как я знаю, на сегодняшний день уже прошло, да, около 4-5 лет, но в то время было восстановлено все асфальтное покрытие там. Может быть, если где-нибудь даже остались, и после нас другие службы там не работали, мы завтра тоже, давайте сейчас после эфира я контактный номер возьму, и где именно выясним. И если же это касается нашего предприятия, мы примем незамедлительные меры по устранению данного. Да. И куда обращаться вообще, если есть какие-либо вопросы? Наше предприятие все время вот старается и улучшает качество предоставления услуг. Мы сейчас есть во всех сетях, вот в сетях Инстаграм, аккаунт у нас и в Фейсбук, и в Телеграм, и в Ватсап. Вот я хочу сейчас, пользуясь моментом, продиктовать наш номер, вот контактный номер с нашей центральной диспетчерской службы. Можете обращаться круглосуточно по номерам 321274, это городской рабочий номер, 321274 и 323574. А также у нас тоже круглосуточно есть номер WhatsApp, сотовый номер. Также вы можете звонить по этому номеру 8-708-110-21-21. Спасибо большое. Надеемся, что вода у нас всегда будет чистой и без аварий всегда. Спасибо вам большое за то, что пришли. И, уважаемые телезрители, хочу напомнить, что у нас в гостях был заместитель генерального директора ТО «Водные ресурсы маркетинг» Ишимбетов Бекжан Пердибаевич. Но еще раз напомню, повторы смотрите на официальном канале YouTube и в эфире телеканала «Утрар». Всего вам доброго!